Здорово, бродяги, с вами Бодяга. Просили посмотреть «Садик против школы 4». «Садик против школы», господи. Ай, ладно, давайте заценим. Сразу поставлю лайк, ну, пятачок. Давно мы не смотрели, кстати, его, потому что он ролики, наверное, редко выпускает. Короче, погнали заценим. Помните, я просил составить комментарий с идеями для следующих роликов? Быстро, быстро очень говоришь. Спят усталые игрушки, книжки. А вот да, помните, в детстве всегда же слушали. Сына, вставай, садик опоздаешь. Мам, ну можно еще 5 минуточек? Ну, сынок, так ты опоздаешь в садик, давай, солнышко уже встало, и ты вставай. Ладно. А что ты будешь кушать? Я приготовила суп с фрикадельками, гречку с котлетой и картошку. Гречку с котлетой. Хорошо, тогда я пойду пока накладывать, а ты иди пока умывайся. Школа, я уже представляю, что будет. Так, деньги на жрачку тебе отставила, вон в школе поешь. Спят усталые. Алло, почему будильник не прозвенел? Я не поняла. Вставай быстро в школу, да, опоздай. Да. Мам, еще 5 минут, пожалуйста. Какие 5 минут? Ты так опаздываешь, давай. Алло? Мам, я хочу спать, нафиг эту школу. Так я не понял, ты вообще-то в школе учишься, получаешь знания. Давай, поднимай жопу, умывайся, ешь и иди в школу. Ну еще чуть-чуть поспать дай. Считай до 3, иначе я забираю телефон тебе на месяц. 1, 2, 3. Ладно, все, встаю. Быстрее, я пока тебе какое-нибудь говно приготовлю. Ребятишки, у нас скоро в садике будет конкурс талантов. Кто будет участвовать? Я хочу. Хорошо, Семен. А еще скоро будет конкурс леп. Я. Хорошо, Семен. А еще мы скоро будем ставить сцену. Я. Хорошо, ты тоже будешь. А еще мы будем делать танец для родителей. Я буду везде участвовать, везде, абсолютно. Будешь участвовать в конкурсе лучшей новогодней елки. Ага, в конкурсе лучшего рисунка. Да-да-да. А будешь ли ты убирать территорию садик? И убираться тоже буду. Хорошо, да ты прям активист, Семен, я тобой горжусь. Итак, ребят, начать класс сейчас я хочу. Понял немного, ну ладно. С того, что спрошу у вас, кто хочет помочь в школе в субботу покрасить забор? Вы не хотите, нет? Семен? Что? Участвовать это? Не, простите, я не буду. Семен, я тебя такого не ожидала. Я не хочу тратить свое драгоценное время на ваши мероприятия. Так понятней? Хорошо, я поняла. Посмотрим, как ты попляшешь на математике. Нормально. А ты тупая. Сам такой. Вы страшная уродина. А тебе вообще... Сегодня стрим 19:30 по Москве. Я, кстати, одну историю вспомнил, как раз на стриме расскажу. Че как будто в болоте нашли. Придурок, слова не давали. Да вообще ты никому не будешь нравиться. Угу. Ты самая уродливая девочка в классе. Людмила Анатольевна, она меня обижает. Да это не я. А, все понятно, сразу надо рассказать маме. Ой, не маме, там же училки, ну или как, воспитательница. Настя, что ты делаешь сегодня вечером? А зачем тебе? Ну, я подумал, может быть, мы сможем прогуляться. С тобой все нормально? Ну, вроде нормально. Ты не болен? Феромонов перепил. Ну, только если тобой. Знаешь, мне папа работает психиатром в городской больнице. На визитку. Обязательно сходи проверься. В городской больнице на 2-м этаже в 27-м кабинете. Скажи, что от меня, и он тебя примет в любое время. Если что, его зовут Анатолий Владимирович. Пока. Она, ну, походу, там тоже была. Спасибо. Что это, было? Ребят, а у кого сколько карточек черепашек и ниндзя? Ну вообще собираю. О, да давайте не гоните, все в детстве собирали карточки Человека-паука, там, Человек-паука, черепашки ниндзя. Спорим на сотку, что даже помните Бакуганы, когда вы с пацанами в школе, как и я, хопочек, Бакуган! Это кровлю. Комиксы по черепам. А помните еще вот эти скейты, где ты вот так вот держишь и вот так вот на скейтах перекатываешь через парты? Во. Я еще помню, даже у меня... О боже, сколько
Вот этих всех из детства я вспоминаю. Сегодня стрим 19.30, залетайте, поговорим. Наш комьюнити. Комиксы? А у меня много игрушек из Растишки. Блин, мне что-то не нравится, у меня хромакей какой-то убогий. Че? Растишки, а у меня вот из Киндера. Мальчики, вы все лошары, потому что у меня есть геймбой. Геймбой? Нашли чем хвастаться. Вот у меня есть, а оно самое. Только не говори, что у тебя пи. Эс. Пи! Пи! А у меня никогда не было ПС-ки. Дай, пожалуйста, поиграть, пресвятой владелец PSP. PSP, точнее. Чувак, будешь слушать музыку? О, давай, включи-ка потомушку. Лариса, ну просто посмотри, какие ноготочки я тебе отрастила. Вау, подруга, ну это такая нежнятенькая. Посмотри, что мне купили родители. Вау, новый iPhone? Да ты крутой. Ой, я тебе такую классную корешечку сделала. Капец, я тоже хочу корешку. Представь себе, вообще. Почему чел на чело накладывается пятачок? Я приняла 20 браслетов из резинок. А это типа на стоп-кадре, да? Хочу корешку. Представь себе, я вчера приняла... А он типа на стоп-кадре. 20 браслетов из резинок. Ух ты, как много! А ты долго плела? А еще я купил себе вейп. Давай после урока пойдем в туалет, там повейпим. Дети, как всем известно, скоро Новый год. А значит, у нас будет утренник. Утренник. Надо будет рассказать стих Деду Морозу, поводить хоровод у елки, сделать представление родителям и получить сладкий подарок. Итак, кто кем хочет быть на утреннике? Я буду черепашкой-ниндзя, человеком-пауком. Зайчиком. Я буду принцессой, железным человеком. Ура! Итак, ребят, скоро Новый год. И мы не можем с родителями решить, где будем праздновать ваш утренник. В ресторане, может быть, в торговом центре. Наталья Николаевна, ну зачем нам это надо? Давайте просто дадите нам сладкий подарок. И все. И разойдемся по домам. То есть вы хотите только сладкий подарок и все? А почему он один решает за всех? Я только за. Семен правильно сказал. Да. Ладно, хорошо. Надо, как Семен сказал, сделать. Хорошо, я закажу ваших родителей просто по сладкому подарку. Садик против школы. Вот, блин, предложите в ресторан. Чего вы в ресторан не хотите пойти? 4. Дань-дарань-дань-дань-дань. Все, что ли? Пау, всех хайчук, Сань Пятачок. Надеюсь, вам понравилось мое новое видео, потому что я снимал его. Ну, вообще, мне тоже зашло. Поэтому, если что, с вас я попрошу поставить лайк. Давайте, накатим нам с вами лайк. Подпишемся на канал наш с вами. Если что, Пятачок, я поставил лайкус, так что не ссы. С вас лайк, комментарий, подписка. Самое главное, стримы ежедневно на 30 по Москве. Поэтому жду вас на стримах. Да.